Добрый день, Анна, и вновь мы в вашем магазине. Я очень рада приветствовать вас, Наташенька, и вас, наши дорогие покупатели и подписчики нашего любимого канала «Модный шопинг». Нажимаем колокольчик, да, подписываемся, чтобы не пропустить новинки, чтобы всегда быть, как говорится, на шаг впереди планеты всей, да, успевать жить. Напоминаю, где мы находимся. Это Москва, МКАД, 14 километр, Садовод, корпус Б, ряд А, магазин 67-69. Все идет фабричное турское производство и у девочек, и у мальчиков. Кожа, замша, все материалы натуральные. У девочек размерные ряды идут с 36-го. По 40-й размер, в каких-то моделях есть и по 41-й размер. Мальчики, есть подростковые модели, это с 36 по 39, есть стандарты с 39 по 45 размер, и, конечно же, великаны, которые идут от 46 по 49, в каких-то моделях по 48 размер. Так что обуем всех, все будете модные, все будете, как говорится, бежать в погоне за мечтой быстро-быстро в нашей шикарной обуви. И начнем в преддверии того, что скоро сентябрь, скоро вы будете возвращаться из отпусков, да, к концу августа. И хочу вам предоставить модели, это для школы, это офисы, институты, университеты. Ну, кто-то просто так любит по жизни ходить в туфлях, да, стильный. Так что начнем наш обзор, мои хорошие. Посмотрите, что мы получили для вас. Лоферный мыс красивый, подошва, наборный каблук, это все кожа идет, мягкие. Видите, обратите внимание, здесь как таковых заломов не будет, просто мягкое будет. Все, видите, не будет ярый залом акцента, потому что эта часть сгибаемая. Здесь идет каучук и полиуретан. Идет горький шоколад, это модель, размерные ряды в этих всех моделях идут с 39 по 45, они полномерные. Такая же модель с лоферным мысом, видите? Но подошва уже полностью литая, каучук с полиуретаном. Тут тоже мягко, видите? Обращаю всегда ваше внимание, хорошая полнота, здесь резинки на хороший подъем для кого-то, да, если нужно. Вот. Такой вариант, более утонченная подошва. И посмотрите, она полностью литая. Очень удобно, да? Мягкие, хорошие. И не забывайте, что это все кожа, поэтому нога будет дышать. Внутри стельки также кожа. Вариант, вы нас просили, многие приходили фотографии. Вот мы, пожалуйста, постарались, вам привезли эти модельки. Подошва литая, пенный полиуретан. Также тут резиночки, если вдруг подъем шнуровкой корректируете. Посмотрите, какой мыс красивый, да? Очень. Прямо он такой немного объемный. Цвет переход граде от темного к светлому и обратно к темному. Черный классический. Есть высокая подошва, ну как высокая, средняя вернее подошва, да? Моделечки. Ну, под, подстраивайся под любого модника. Все, чтобы вы улыбались, как говорится. Вот вроде тоже и лоферный мыс, видите, но немножко уже отстрочка идет, уже по-другому модель. Также подошва пенный полиуретан. И размерные ряды идут с 39 по 45 размер. Не забывайте, пожалуйста, и цена будет 7500 рублей. Но все равно для каждого мы делаем скидки, да, для наших подписчиков. Замеряйте стелечку, делайте скриншот. Что непонятно, звоните, пишите мне. Я для каждого сниму видео, какой модели, какая модель вас заинтересует, мои хорошие. Производство Турция, кожа, посмотрите, подошва здесь полиуретан. Здесь не заглушка, а набойка полиуретановая. Мягкие, удобные, заломов не будет. Лоферный мыс красивый. Размерный ряд с 39 по 45, цена 7500 рублей, мои хорошие. Пенный полиуретан, легкий, невесомый, на высокий подъем. Посмотрите, есть резинка. Хотите, шнурком корректируется модель. Пенный полиуретан, кожа. Немножко добавили рисунок, да, и уже другая модель. Обратите внимание, какие мысы красивые очень.
Лоферный мыс даже, посмотрите, и брюки классика, и джинсы, пожалуйста, и брюки свободного кроя. Выбирайте, делайте скриншот. Ждем, как говорится, ваших писем и заказов. Ну и наши любимые офицерские модели на хороший подъем, кто по долгу службы носит, так что мы для вас постарались. Литая подошва полностью, посмотрите, какие они мягкие, прям безупречные. Хороший офицерский подъем тут, видите? Ни заломов, ничего не будет. Эти же модели есть, но рантовая часть. Здесь идет наборный каблук. Набойка полиуретан, не заглушка пластмассовая. И вот такого варианта моделечка эта, только она идет, видите, здесь более пошире и мыс пошире. Более округлый мысок кто-то любит, да? Потому что учли все ваши пожелания. Также тут резинки на шикарнейший подъем. Заломов не будет. Тут они мягко ложатся. И этот же вариант. Есть шнурочки. Более заостренный мыс. Кто как любит. Но я же говорю, учли все пожелания для вас. Размерные ряды идут тут с 39 по 45 размер. И цена будет 7500 рублей. И есть моделечки более утолщенная подошва. Здесь каучук идет с полиуретаном, полностью летая. Посмотрите, какие мягкие. Прям нечто. Как носочек эта часть. Это же модель, только более классическая утонченная подошва. Не летая, с наборным каблучком. Безупречно мягкие. Вот они все, видите? Резинки на отличный подъем. Это в офисе можно, это и уличный вариант. Это, короче, все, лишь бы вы улыбались, мои хорошие. Цена их будет 7500 рублей. Делайте скриншот, замеряйте стелечку. И спешите, пожалуйста, обуваться уже на сентябрь. Так, ну и теперь модели, посмотрите. Это можно и джинсы, и спорт. Видите, какая интересная подошва. Жаловались вы, что немножко каблуки какого-то под весом стачивались. Теперь здесь полиуретан набойка. Видите? Именно в каблучной части, акцентрирую ваше внимание. Это все кожа. Очень интересная модель. Она в трех цветах. Здесь также все мягко. Видите, можно ходить до глубокой осени. Лоферный вариант. Тоже красивая, интересная подошва. Это и классика, это и что-то джинсы, брюки без стрелок. Они как полуспорт, видите? Вот этот вариант красивый, также лоферный мыс. Два в одном, как говорится, да? Вот эта модель интереснейшая. В один слой кожи тут идет. Подошва оригинальная, посмотрите, какая. В трех цветах. Горький шоколад, чернильно-синий они идут. И черный. Смотрите, на синем, синяя подошва, коричневые полоски. А этот вариант темно-синяя подошва и коричневые полоски. Очень интересные. Размерные ряды идут с 39 по 45 размер. Они полномерные. Цена 6500 рублей. Вот такой вариант. Смотрите, пенный полиуретан подошва. Они прям вот грамм веса. Идут синяя отстрочкой и горький шоколад отстрочка. Тоже лоферный мыс. Ну, красивые. Они все любые очень смотрятся красиво, стильно, да? Так что выбирайте, делайте скриншот. Я лишь говорю, готовьтесь уже к работе. Возвращайтесь с отдыха. Или пока отдыхаете, что-то выберите себе. Так, теперь лоферы классика. Посмотрите, в один слой. Это и сейчас можно ходить, это и сентябрь. Тут идет, смотрите, резинка. Отличный подъем, если у кого, да. Наборный каблук. Половинчатый, но тут идет все равно полиуретан с каучуком, чтобы вы понимали. Марсал, шикарный цвет, черный, коричневый такой, знаете, он прям как с оливкой немного. Рыжие красивущие, замша. Размерный ряд с 39 по 45, они полномерные, цена их 6500 рублей, мои хорошие. И походить сейчас. И в офисах, если жарко, это все перфорированы, сквозная перфорация. В один слой, посмотрите, замша, это изнаночная сторона кожи. Вот все вам замша, пожалуйста. Летая тут подошва, видите, как сделала. А тут наборный каблук, а тут полностью летая. Они очень легкие, невесомые, черный
с бордо, да, идет, и классический черный, но рантовая часть, посмотрите, горький шоколад, так акцентрируется красиво. Размерный ряд с 39 по 45, и цена их, пожалуйста, 6500 рублей. Вот эти еще очень люблю модели, чтобы вы понимали, легкие, невесомые, в один слой, пенный полиуретан, подошва, и прям вот полграмма веса, вся литая, стираться не будет, чтобы вы понимали. Здесь все мягко, удобно. И тут цвет какой, смотрите, безупречный. Просто безупречный. Цена 6500 рублей, размерный ряд с 39 по 45 размер, мои хорошие. Ну и наши красивые стильные модели, посмотрите. Английская классика, мыс какой, вот эта шнуровочка утонченная. Они в один слой, мягкие, удобные, безупречные. Наборный каблук идет. Здесь идет не заглушка, всегда акцентрирую ваше внимание, а набойка полиуретановая хорошая. Рыжий, черный классический. Вот такой вариант, смотрите, какие красивые, эффектные, да, комбинированные. Кто-то же любит что-то в таком стиле. Пожалуйста, мыс интересный. Тут прям собрали сочетание оригинальное. Вот такой вариант, посмотрите, как бы дополнение рептилий, подошва литая вся полностью, размерный ряд идет тут с 39 по 45 размер, и цена его 6500 рублей, мои хорошие, пожалуйста, выбирайте. Вот эти интересные, видите, какие мыс стильный, так под рептилию тоже, крокодила вернее даже. Летая подошва, каучук с полиуретаном. Превосходные просто вот. Модные и эффектные. Так, и наши великаны. Смотрите, тут размеры идут от 45 по 49 размер. Мягкие, обращаю ваше внимание, подошва. Каучик и полиуретан, вся за ногой гнется, называется. Великолепнейший подъем. Они в один слой, удобные, эффектные, красивые, во-первых, начнем с того. Да, это не просто туфель, он эффектный. Лоферного плана туфель. Здесь литая подошва, пенный полиуретан идет. Тоже красивый, интересный. Вот такой вариант, посмотрите. Размерные ряды, еще раз напоминаю, с 39-го. По 45 размер. И цена для подписчиков 6500 рублей. Для подписчиков канала. Не забывайте нажимать колокольчик и подписывайтесь, пожалуйста. Так они будут стоить 7000 рублей. Но для подписчиков 6500. Выбирайте, не стесняйтесь, как говорится. Лоферы. Летая подошва, каучук с полиуретаном, мои хорошие. Кожа красивая, посмотрите, мыс какой идеальный просто. Они прям такие, знаете, брутальные немного, скажем так. Но в хорошем смысле слова, подчеркивая такой, как говорится, стиль. Размерный ряд также идет тут с 45 по 49 размер включительно. Чтобы вы понимали, вот это сейчас, да, идет 47 размер. Но он, видите, какой достаточно, ну, большой, чтобы вы понимали, да, у кого-то размеры там и побольше, но они вот полномерные. 47 он прям как на 48 смотрится. Эти модельки есть лето, посмотрите, марсал, красивая модель, есть лофер, все замша изнутри, рыжий, красивый, плетение такое интересное, тут тоже все перфорация, нога вся дышит, это все кожа, тут размерный ряд идет с 46 по 48 размер, 46, 47, 48, но они полномерные, 48 он прям на 49, цена 6500 рублей. И, конечно же, есть в великанах и
офицерские наши любимые модельки, да, мягкие, удобные. Также посмотрите, на какой шикарный подъем прям, видите? Реально шикарный подъем, мыс красивый, видите, какая мысовая часть. Прям всегда обращаю внимание, потому что есть мысы разные. Вот этот, видите, более плоский такой, да, мыс, но тоже красивый. Смотрите, мягкий наборный каблук. Идет размерный ряд, тут идет с 39 по 45 размер, цена 6500 рублей. Успевайте, как говорится, жить. Так, ну что, наши ромашки выложены, да, солнечная Турция приветствует нас. Посмотрите, все кожа, внутри, снаружи, все логотипы присутствуют. Внутренняя сторона, вот, видите, просто не хочу так часто стельки снимать, ну, правда, маникюр вот жалко. Смотрите, там хлопок, стелечка, все прошито. И плюс тут все горячая вулканизация, кожа безупречная. Тут, видите, даже под косточку, если, да, щиколотку вот эту, то здесь все мягко, нигде натирать не будет. Вот я специально вам, как бы, акцентрирую внимание, что максимум будет удобство. Они есть и ниже, более ровная, да, подошва кеды. Посмотрите, серебром все гравировка сделана, вам не просто вот так. Замша, пяточка кожаная, есть замша, замша прям полностью без вставок кожаных, да. Размерные ряды идут с 39 по 45 и цена их 8500 рублей. Делайте скриншот, замеряйте стелечки, посмотрите, белоснежные тоже какие красивые. Прям просто нарядные. Кожа, я же говорю, прям вот дышит, ее видно, да, невооруженным глазом, как говорится. Замша великолепная, посмотрите. Ворс идет туда-сюда. Сразу видно, что это шикарнейшая замша. И плавно переходим, как это, пчелки на следующую ромашку. Есть комбинировано текстиль. Кожа, стелька также съемная, там кожа, везде под косточки все мягко. Пяточка здесь мягкая, не натрете ничего. Логотипы все, пожалуйста, в полный рост, как говорится. Каждая буковка к буковке. Вот, они есть в цветах, обратите внимание, текстиль. И вот эти модельки, текстиль сейчас 7500 рублей. Размерный ряд идет 39 по 45. Кеды немножко маломерят, их берут на размер побольше. Вот такой вариант. Цена 8500 рублей. Размерный ряд с 39 по 45. Делайте скриншоты, замеряйте стельки, почта, СДЭК, голуби, вертолеты, пароходы, самолеты. Все в наших руках, по планете всей, чтобы вы понимали. Так, прошу любить и жаловать. Все кожа, логотипы все на месте. Посмотрите, все модели безупречные. Стелечки также везде съемные. Эти модели сейчас будут в цене 7000 рублей. Тут 41-43 размер. В этой модели последняя пара. 39 размер, и в этой модели 39-40-42, и они сейчас со скидкой 7000 рублей. Прошу любить и жаловать, классные, мягкие, удобные, в один слой кожи, посмотрите, саба, загибаете, вот вам саба, интереснейшая модель, размерный ряд 39 по 45, цена их идет 8500 рублей. Классные кеды, даже на босую ногу не натрете. Смотрите, цветовая гамма какая, сочетание хаки, да, с таким бежем. Очень красиво смотрится, эффектно. Выбирайте, не стесняйтесь, как говорится, да. И там кеды модель, тут модель идет, пожалуйста, кроссовочного плана. Здесь очень мягко все под щиколотку. Пяточка внутри, поверьте, безупречная мягкость. Там анатомическая стелечка. Кожа, замша, текстиль комбинированный. И вот эта часть подошвы очень мягкая. Посмотрите, она прям как зефирка вся.
Размерные ряды с 39 по 45, цена 8500 рублей. И ваши полюбившиеся модели, как всегда, цветовая гамма обширная. Все, пожалуйста, логотипы на месте, все идеально. Кожа, замша комбинированная, просто есть кожа. Посмотрите, подошва литая, полиуретан, она не проседает, чтобы вы понимали. Внутри также кожа. Размерные ряды с 39 по 45, цена 6500 рублей. И в этих моделях есть, давайте сразу покажем, перейдем, есть великаны, которые идут размерный ряд с 46 по 49 размер, мои хорошие. Посмотрите, тут нет много расцветок, но есть из чего выбрать. Именно великаны, потому что, говорю, модничать хочется всем, да. Прям, видите, какие шикарные. Цена их будет 7500 рублей, большие размеры. Так, и переключаемся, просто перешла, отступление сделала, чтобы не забыть, да, как говорится. Тут тоже расцветки, просто посмотрите, делайте скриншоты, замеряйте стелечки. Есть они перфорации, но перфорация не сквозная, первый ряд, а тут тоненькая кожа. Размерные ряды с 39 по 45, цена 6500 рублей. Их очень много расцветок, мы даже еще все, как говорится, не расставили, да. Есть вот просто кожа, видите, полностью кожа, только все логотипы, да, и не цветные, все в одной тональности. Есть кожа с замшей, посмотрите, все буквы, буковка к букве, чтобы вы понимали, да. Все идеально, посмотрите, логотипчик к логотипчику, это все не наклейка, это все вбито. Размерные ряды, напоминаю, с 39 по 45, цена 6500 рублей, мои хорошие. Любителей такого плана кроссовок, пожалуйста, текстиль, замша комбинированная, да, кожа, стелечка съемная, пяточка замшевая, подошва литая полностью. Размерный ряд идет тут с 39 по 45 размер. И цена их 8000 рублей. Липоимитация. Тут идет стрейчевая резинка на хороший подъем. Легкие невесомые подошва. Тут полиуретан. Размерные ряды с 39 по 45 размер. Все кожа, замша натуральная. Внутри во всей обуви спортивного плана. Стелечки, чтобы понимали, съемные. Цена 8500 рублей. Размерный ряд 39 по 45 размер. Вот такой вариант, легкие, да, сетка, пенный полиуретан, подошва. Цена их будет сейчас 5500 рублей. Тут идет расцветочки, посмотрите. Светло-серый, темно-синий, хаки, какой красивый цвет, да? Смотрите, пятка в защите вся. Ну, это вот побегать на жару, как говорится. Прошу любить и жаловать. Текстиль, замша, кожа. Красивые очень. Размерный ряд 39 по 45. И цена их 8500 рублей. Смотрите, легкие также. Подошва пенный полиуретан. Внутри стелечка кожи, остальное все хлопковая часть. Полностью замша. Вы просили, мы купили для вас, называется. Все логотипы, все на месте. Подошва полиуретан. Размерный ряд с 39 по 45. Они полномерные. Цена их 8500 рублей. И также хочу вам показать. Давайте еще глянем на мокасины, да? И есть вот такой вариант. Как говорится. Нет, ты останови дубль. Это все замша. Прям тапки-тапчульки. Мягкая стелечка, посмотрите, какая. Из подрильи. Подошва полиуретановая. На босую ногу. Кожа замши. Посмотрите, какие оригинальные. Это все полировано. Не распотрошится. И цена, мои хорошие, 4500 рублей. Выбирайте, пожалуйста, звоните, пишите, делайте скриншоты. Посмотрите, какие классные, интересные, замши, все. Супер просто.
Слушай, на этой радостной ноте я прощаюсь с вами. Думаю, вы отдыхаете, приедете отдохнувшие, полные сил, чтобы, как говорится, жизнь не покидала вас, всегда радовала вас, всегда вы были добры, успешны, любили и были любимыми. Всех вас целую, хорошего дня, хороших выходных, пока-пока-пока.